Всем привет, дорогие друзья, подписчики. Продолжаем серию лайфхаков для телефонов и Windows. Сегодня я вам покажу такой лайфхак. Ну, конечно, многие уже, может, тоже с ним знакомы. Как удалить в WhatsApp сообщение, к примеру, если прошло несколько дней. То есть удалить его можно только у себя, но не у всех. Но такая возможность есть. На какой период она рассчитана, на сколько дней, точно не знаю. Но, по крайней мере, в течение недели это можно точно сделать. Погнали. Первое, что делаем, это мы отключаем Wi-Fi. Ну, можно просто нажать авиаполет. Все, включили авиаполет. Дальше заходим в WhatsApp. Выбираем любую переписку. Я на примере возьму переписку своей девушки. Здесь мы разное пишем, да. Далее, что мы делаем? Запоминаем дату и время. Ну, например, от меня вот смайлики, да. Давайте запомним смайлик 10.52, 30 октября. Далее идем в настройки. Идем общие настройки. Так, не туда. Дата и время. Далее, что нам нужно, убрать галочку. Переключатель, вернее, автоопределение времени. Установить дату на день позже. Допустим, 29 октября. Готово. И установить время. Было у нас 10.52. Готово. Закрываем все. Опять открываем. Переходим в переписку. Вот наша 10.52. Выделяем. Нажимаем удалить. Вуаля. Вот у нас появилась функция удалить у всех. Ну, если кто сомневается, что это работает, давайте это проверим. Включаем, отключаем, вернее, режим полета. Далее включаем время автоопределения, то есть чтобы время у нас стало на сегодняшний день. И переходим к WhatsApp. Выделяем и пытаемся удалить. Вот мы видим, что на данное время удалить мы не можем. Так что, дорогие друзья, кому понравилось, кому нужна данная полезная такая функция, ставим лайки, подписываемся. Ну и до новых встреч. Пока!